Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня вместе полистаем каталог номер 2 компании Oriflame. Чудесный каталог, я уверена, что многие захотят что-то из него себе заказать. А мы будем не просто листать, а по традиции я покажу всю продукцию, которой сама пользуется, что у нас есть дома, и конечно же дам свои рекомендации, что нравится, что не нравится и на что обратить внимание. И желаю вам приятного просмотра. Каталог начнет свое действие с 31 января и закончится 19 февраля. Очень красивый каталог. С самого начала мы понимаем, что нас ждет сюрприз. Это парные ароматы ко дню влюбленных, Эклонюя, женский и мужской. Я мужской аромат еще не видела, а вот женский, он пришел в красивой коробке. Флакон очень эффектный, яркий, насыщенного цвета. И сам аромат однозначно рекомендую протестировать. Можно протестировать от самого каталога на страничке номер 2. Вот буквально здесь можно оторвать край пленочки и ощутить аромат голубики и жасмина. А можно также заказать пробник. Вы у каждого аромата найдете такую дополнительную надпись, код пробника, указываете его в своем заказе, получаете маленький пробник и тестируете. Если вам аромат подходит, он вам понравится, то тогда стоит заказывать оригинал. А оригинал в этом каталоге нам дает дополнительные подарки. При заказе женского аромата крем для рук Эклонюя и пакет в подарок. А при заказе мужского аромата идет бальзам после бритья и тоже пакет в подарок. Мужской аромат тоже очень красивый, я заказывала пробники, однозначно понравилось. Даже мужской мне изначально понравился больше, чем женский. Вы можете почитать состав аромата, но в любом случае лучше тестировать на себе. Высокая концентрация аромата, и если он понравился, то это станет прекрасным подарком для двух влюбленных. Рекомендую заказывать набор пробников. Смотрите, как выглядит комплект. Каталог уже следующий. Кстати, уже у нас тут прям весна, даже лето, я бы сказала. И в набор входит пробник новинки, женский аромат Poses Absolute. Уже не терпится попробовать. И пробник ночного крема комфорта Novage Skin Relief. И пробник стойкой супер матовой губной помады в оттенке естественной розовой. Можно заказать пакеты для подарков, кстати, такие нежные, весенние, уже готовимся к 8 марта. А также можно выполнить акцию, получить дополнительную весеннюю скидку на обновленную коллекцию Норхен. Что нужно сделать? Заказать кулон на цепочке пудровый кварц, он будет стоить 1399 рублей. И в следующем каталоге, когда выйдет новый каталог Норхен, любое одно украшение заказать со скидкой 30%. И если вам понравился кулон на цепочке, а мне он, кстати, очень понравился, такой оригинальный дизайн, замочек, то, конечно, скидка будет вдвойне приятнее. Часы для него и для нее, инь, да, инь-янь, черное, белое. В коробочках очень красивые, два бокальчика для него и для нее, ручка в форме сердечка, бокалы тоже будут в коробке, в подарочной. И смотрите, у нас есть дополнительные чехлы к телефону, то есть не дополнительно, а чехлы к телефону, и еще с отсеком для пластиковых карт. Это тоже очень интересная идея, и также для него и для нее. То есть у нас вся тематика такая ко дню влюбленных. Для влюбленных шикарный аромат Love Potion Secrets. Он действительно просто вот аромат любви, аромат нежности, сладости, дерзости. Так, я вот этот аромат просто сама очень люблю, а моя дочка его постоянно использует на протяжении уже нескольких лет. Когда он заканчивается, я заказываю новый и так далее, и так далее. Он очень красивый. А вот второй аромат, классика Love Potion, он идет более такой насыщенный, я бы сказала, он более тяжелый, если сравнивать их между собой. И он у меня ассоциируется вот с такой страстью, это вечерний аромат. И к нему в паре идет крем для тела парфюмированный. Тоже здорово, кстати, иметь набор крем для тела и аромат. Ароматов в этом каталоге очень много, как женских, так и мужских. Всегда заказывайте пробники, чтобы посмотреть,
как аромат раскроется именно на вашей коже, потому что одному человеку аромат нравится, другой может сказать: фи, вообще не мой аромат. Вот такая парочка из серии Feel Good Loft Up, сливовый аромат. У меня есть парфюм, он очень легкий, он буквально держится 3 часа и улетучивается, но он очень симпатичный аромат, я его люблю летом, то есть когда уже весна такая яркая, начало лета, он очень вкусно звучит. Кстати, этот аромат похож, если сравнивать, похож с Love Potion Secrets. А вот это мой любимчик, гель для душа с натуральными эфирными маслами. Просто чудесный аромат, чудесный продукт, с ним так приятно купаться. Попробуйте хотя бы раз, и вы ощутите, как он пенится, какой аромат, какая мягенькая кожа становится. И в этом каталоге у нас идет набор 549 рублей вместе гель и аромат. Новинка для маникюра, наборчик в подарочном футляре в форме сердца. Набор небольшой, ножнички, щипчики, специальная палочка для кутикулы и пилочка. В общем-то, так нарядно, очень уютно для девочки, мне кажется, подростка, просто шикарный наборчик. Мне не терпится заказать уже набор крем и мыло. Это тоже новинка ко дню влюбленных. Можно потереть страничку, ощутить аромат роз. Такой нежный, приятный. Вот, если честно, я не люблю, когда сильно насыщенный аромат роз идет от продукции. Но здесь он всегда такой деликатный, такой приятный. И дизайн. Я обычно беру просто потому, что мне безумно нравится дизайн. И у этих кремов всегда классное качество. И мыло, конечно. Но мне кажется, это вот приятно, можно или просто как сделать комплимент, подарить кому-то, или это будет как дополнение к основному подарку. Можно сочетать, например, наборчик для маникюра и набор для ухода за руками. Это прекрасная будет общая коллекция. Еще заказать красивый пакетик, все это вместе сложить, будет очень здорово выглядеть. Смягчающие средства, мои любимые. У меня здесь как раз с ароматом клубники и с маслом семян клубники, здесь его нет, по-моему, и недавно было как раз свеженький такой новичок. Я вам просто хочу показать, какая баночка, и внутри смягчающее средство, которое позволяет сделать кожу мягкой, ухоженной, чудесно для губ использовать, для кутикулы. Вот все, что требует увлажнения и смягчения, туда наносите вот это смягчающее средство. Даже на кожу лица, если вот лицо сильно обветрилось, это ваше спасение. Я очень люблю на пятки еще наносить, чтобы пяточки были всегда очень мягенькие и шелковые. Обратите внимание, у нас здесь есть расческа. Ее почему-то показали не самой красивой стороной, да, а здесь самая красота, это вот эта вот золотая часть зеркальная, где я, кстати, отображаюсь. Это щетка для распутывания. Если волосы очень густые, то, конечно, она будет слишком, наверное, маловато, но мне достаточно, я ее очень люблю, с собой постоянно беру из-за формата такого маленького дизайна, потому что она помещается в любую, даже самую мою маленькую сумочку, она отлично помещается, и я в любой момент могу поправить прическу, особенно сейчас, когда шапки, а потом начнется ветер, волосы путаются, поэтому расческа мне всегда нужна. И здесь же медовая коллекция, которая сделает для многих купание, уход за телом просто невероятно приятным. И что здесь входит именно в эту коллекцию? Питательный крем для рук и тела, это вот такой большой бочонок. Лимитированная серия, они будут примерно по аромату одинаково пахнуть, просто разный дизайн. Скраб для тела, а вот с этой стороны я пропустила еще крем для душа, здесь мы его видим. Скраб для тела большой, 200 миллилитров, он просто вот как мед, засахаренный такой медочек, жиденький, приятный. Кто-то, если пробовал уже, мне кажется, влюбляются навсегда и постоянно перезаказывают этот продукт. Ну, это просто вот легенда уже, можно так сказать. Новая серия к 55-летию Oriflame у нас все время пополняется. В прошлом каталоге появился у нас чудесный
гель с грейпфрутом, это просто чудо позитив. В этом каталоге у нас добавился еще чувственный такой романтичный гель с миндалем и молочком, лаванда. Посмотрите, какое чудо лаванда у нас появляется уже. Расслабляющий, классный, его лучше на ночь, или если вы сильно раздражены, ну, там что-то вас беспокоит, лучше принять душ, расслабиться, успокоиться, и тогда все будет классно. Вот такие у нас шикарные новые продукты. И вот так мы плавно переходим к декоративной косметике. Здесь мы видим тушь, моя любимая, 5 в одном, легендарная тушь. Они разные немножечко, есть XXL 5 в одном и классика. Они отличаются кисточками. У классической туши вот такая кисть, а у XXL будет чуть-чуть побольше, нижние щетинки будут побольше, и она вот тут чуть пошире. К сожалению, нет сейчас такой туши, чтобы вам показать, но вот я обожаю больше всего вот эту тушь. Ну, кстати, XXL, на мой взгляд, она смывается лучше, то есть она прям начисто смывается. И есть также водостойкая, если у вас снега, ветра, слезы текут, то, конечно, водостойкая тушь — это спасение. Но когда вы будете ей краситься, помните, что вам нужно взять специальное средство для снятия водостойкой косметики, чтобы так щадяще удалить макияж вечером и чтобы кожа была чистая. Вот так, далее у нас идут помады. Помада The One, она ультракремовая и тоже 5 в одном. У меня два оттенка, одним я очень активно пользуюсь, а вторым не очень, как видно, ну, немножечко пробовала. Очень для меня темный оттенок, немножко не подходит цвет, редко такими крашусь. Так, красное вино оттенок, а второй — розовое дерево. Вот они прям друг под другом находятся. Розовое дерево — это, мне кажется, самый популярный цвет. Вот он, опять же, на картинке он будет немного другой, в деле он еще немного другой. Вот если сравнивать, то все равно в деле любая помада будет смотреться немного иначе. По поводу качества, классное качество, мягкое, увлажняющее, хорошо отдает цвет помада, такая плотненькая, я ее люблю. И есть помада с эффектом металлик, кстати, эта помада тоже хорошо увлажняет, то есть она мягкая, нежная, деликатная, при этом такие модные сейчас оттенки и с эффектом металлик, поэтому выбирайте цвет и пользуйтесь красивыми помадами. Мультиактив функциональный бальзам для губ The One AZ с SPF 25, вот в таком розовом футляре вот этот самый бальзам, всего 249 рублей, и даже он с оттенками. У меня мягкий персиковый, вот такой он нежный цвет, то есть легкий оттенок на губах будет, но через некоторое время, пропользовалась я несколько месяцев, у меня этот бальзам начал горчить, и все, я им теперь пользоваться не могу, и я очень огорчена, что он горчит, потому что качество у него бесподобное. Он классно увлажняет губы, делает их такими мягкими, такими пухлыми, ухоженными, но у меня горчит. И, кстати, по отзывам читала тоже, не я одна столкнулась с такой проблемой, но не у всех такая ситуация. Не знаю, с чем это связано, кстати. Карандашики для губ. Они, конечно, просто необходимы, чтобы сделать идеальный макияж губ. У меня оттенок пыльная роза и шоколад. Я вам покажу. Если у меня тут шоколад, конечно, да, есть немножко шоколада. По качеству, на мой взгляд, это идеальные карандаши, по крайней мере, лучше я не встречала. Даже в серии Giordani Gold нет такого качества. Смотрите, легкое прикосновение, он сразу отдает цвет. Так, он у меня просто сломался кончик. Они не плывут, не текут, они делают идеальный контур, можно наращивать губки, утолщать их. Но для меня мало оттенков, да, я сегодня капризная немножко, мало оттенков мне не хватает, таких нюдовых, теплых, чтобы было что-то среднее между карамелью и шоколадом, потому что шоколад очень темный цвет, а карамелька очень светленький для меня. Пыльная роза — редко использую такие помады, поэтому я капризничаю и прошу, чтобы сделали больше оттенков карандашей, они просто нам необходимы.
тем более что они такие классные по качеству. Жидкая матовая помада — это просто вот беспроигрышный вариант. Во-первых, она очень красивая по дизайну, во-вторых, у нее удобная кисть, если видите, она такая утонченная и немножко изогнутая, и получается идеальное нанесение помады. Она высыхает, становится матовой. Когда я крашу губы, от моих губ невозможно оторвать глаз. А еще у меня же красный оттенок. У каждой девушки в коллекции должна быть красная помада. Это наше секретное оружие. Что сказать про глянцевую губную помаду Кушон? По-моему, все от нее в восторге, только если человек не любит аромат ванили. У меня вот такой оттенок называется «Чарующая роза». Очень-очень красивый цвет. Помада лежит бесподобно. Аромат ванили. Так это мягкое нанесение. Вот этот глянец. И она достаточно стойкая, что меня тоже, кстати, очень удивило. Рекомендую. Заметили, да, как я ее выдавила? Я стала крутить нижнюю часть, и здесь появилась помада. То есть мы по чуть-чуть выдавливаем. Кстати, при желании можно губку помыть и дальше пользоваться, дать ей просохнуть и пользоваться чистой губкой. Это, кстати, намного удобнее, нежели блеск, которым мы забираемся, да, вот как здесь, кисточкой в помаду, если говорить о гигиене. Очень красивая помада с эффектом звездного мерцания, 3 оттенка. У меня нет такой помады, но я ее пробовала. Я хочу сказать, что она мягкая, нежная, не царапучая, как и вот предыдущая с эффектом металлик. У них такое идеальное нанесение, но эта помада меня просто покорила. То, как она сияет. Это настолько красиво, я никогда не видела такой помады. Следующая помада — антивозрастная Master Creation с SPF 20 для взрослых девушек. Уже красивый дизайн, у меня нет именно такого оттенка, я себе брала один из светлых тонов, но он, его уже нет в коллекции, в этой я его не нашла, просто взяла, чтобы вам показать, насколько красивый дизайн у этой помады, просто супер. И она мягкая и увлажняющая. Далее жидкая помада эликсир. Это действительно эликсир, и при этом эликсир стойкий. У меня теплый кашемир оттенок, тоже помада с кисточкой, такой цвет уникальный мне достался. Смотрите, обычно все ищут именно этот оттенок. Вот я бы хотела так, в таком тоне карандаш для губ, кстати. Смотрите, как это красиво. И она стойкая. То есть она немножечко полежит на губах и прям как будто впечатывается, и даже не оставляет следов на маске. Меня это тоже очень радует. До сих пор мы носим еще маски. И следующая серия — это новинка On Color. Будет 3 оттенка лака. Я очень хочу лаки. Я не знаю, какой я возьму, но точно шоколадное молоко возьму. Точно-точно я его хочу. Возможно, пряное какао. Но начну с одного оттенка. Красивые тени. Посмотрите, какие тени. Подборка просто идеальная. Настолько можно делать классные мейки с этими цветами. Вот у меня шлюни текут, как я их хочу. И помада. Смотрите, помада со вкусом шоколада. То есть с ароматом шоколада. Пряная карамелька. И мы здесь вот попробуем еще карамельку. Я ее уже носила на губах, кстати, на губах она не чувствуется. Она легкая, хорошо увлажняет, дает быстро цвет, то есть ее не надо 100 раз мазать. Провела раз, второй по губам. У меня, кстати, есть рилс в Instagram, можете тоже зайти посмотреть. Я там крашу губы этой помадой, и мне очень нравится, как это выглядит. Лежит она тоже на губах бесподобно, и аромат приятный. Далее идут ароматы. Ароматов Oriflame очень много. Заказываем пробники, выбираем то, что вам будет по душе, чтобы вам это нравилось. Это мой любимый аромат Giordani Gold Essence, он идет по акции. Да, смотрите, какие подарки компания предлагает, потому что зачастую бывает, что настолько выгодно заказать аромат, что устоять просто невозможно. И мне нравится, когда коллекция полная. Есть дезодорант, есть крем для тела. И даже коробочка еще. А здесь еще можно получить мини-аромат в подарок. Если вы берете большой, он будет стоять дома, а с собой вы будете носить маленький. Шикарный аромат Divine Exclusive. Я обожаю эксклюзив, он действительно эксклюзивный и по дизайну, и мне очень нравится сам аромат. Вот, кстати, голубой Divine мне не подходит.
я могу им пользоваться, но удовольствие от этого не получаю. А вот этот аромат, он просто у меня в любимчиках. Аромат си-желтый тоже мой любимый, в любимчиках аромат у меня ходит такой классный. Я им пользовалась уже конец лета и вся осень, мне очень понравилась. Позы, сексуальный очень аромат. Экла Фам, Викенд, Экла Амур, Лючия, как правильно читать, Люсия Брайт Аура, Люсия Классика. Какие это красивые, бесподобные ароматы. Я думаю, что кому-то подойдет сразу несколько, поэтому выбирайте, тестируйте и ни в чем себе не отказывайте. Я всегда так говорю. Так, здесь у нас мини-ароматы, тушь, еще одна тушь. Кстати, интересная тушь, вот такая бомбочка. Смотрите, у нее кисточка откручивается в двух местах сразу, тут и тут. В чем фишка? То есть, если мы вот так достаем верхнюю часть, то увидите, она проходит через трубочку и выходит чистая кисточка. Это удлинение. Если же мы вынимаем нижнюю часть только, а верхнюю не трогаем, то здесь очень много туши. Это объем. То есть, если вы хотите просто объем, то делайте только через нижнюю. Если вы хотите удлинить, придать объема, то делайте и то, и другой. А если хотите только длину, то делаем верхней части. Здесь у нас для стрелок карандаши мягкие, стойкие. Есть стойкий карандаш для глаз. Он тоже затачивается. Интересный, кстати, карандаш. Он, такое у него скольжение. Получается, что кремовая текстура и водостойкая. Вот очень интересные варианты. Кстати, на них такие огромные скидки. Есть у нас маркер-подводка, толстый стержень. И есть шикарные стойкие тени-карандаши. Я обязательно себе буду заказывать снова бронзу, потому что обнаружила, что бронза у меня кончилась. Все, это последнее. А хрусталика еще пока хватит. Вот у меня хрусталь. Каждый день пользуюсь этими карандашами, делаю подводку в нижней части. Так, где-то будем пробовать. Давайте вот здесь. Это хрусталь, вот так переливается. А это бронза. То есть я подвожу нижнее веко. Но можно сделать полный макияж глаз, используя только два оттенка. Можно взять три оттенка. Подбирайте цветовую палитру, которая вам подходит. И знаете, если в конце я вспомню, я вот так разотру, потому что через какое-то время они становятся стойкие и уже не стираются. И это очень удобно, особенно для тех, у кого, например, жирное веко. И люди мучаются, не могут сделать макияж. А вот, кстати, то самое средство для снятия водостойкой косметики. Оно тут такое маленькое. На самом деле 100 мл его надолго хватает. Тушь для бровей. У меня вот в старом формате еще тушь, но она, в принципе, похожа. Тоже малюсенькая кисточка. Очень удобно для того, чтобы вот уложить брови, придать им объема и зафиксировать форму, то есть и цвет. Объем за счет того, что прокрашиваются мелкие брови или те, которые светленькие, под пушек. Становится бровь большая, объемная, очень красивая. Но не все могут пользоваться только одной тушью. Иногда, зачастую нужно два продукта, чтобы была, например, палетка или помада для бровей, а потом уже сверху тушью фиксируем. Но если брови свои густые, классные, объемные, то, конечно, можно только одной тушью пользоваться. Кстати, на этой страничке у нас еще есть тушь удлиняющая с эффектом наращивания ресниц. Она уже идет с изгибом, пушистая кисть, отлично удлиняет и получается эффект театральных ресничек. А здесь нас ждет новинка. Это набор для макияжа бровей и глаз. Я уже тестировала. Мне не хватает здесь зеркала. Зато здесь идеальная кисточка, очень тоненькая и классная. Три оттенка. Мы попробуем первый. Я вам покажу, как он выглядит. Самый красивый для меня цвет. Он такой мягкий, спокойный. Следующий немножечко более рыжинку. Такой прям коричневый. И самый светлый в конце. Вот он такой светлый для блондинок. Можно мокрым способом наносить в тени. Я уже попробовала полностью сделать макияж.
глаз и бровей — это что-то бесподобное. На самом деле я была удивлена, потому что когда я увидела этот набор, а кстати он в деле намного светлее, чем здесь на картинке, здесь просто очень очень черный, а на самом деле он гораздо светлее, то есть они абсолютно разные. Когда я увидела эту новинку, я подумала: зачем? У нас шикарная помада для бровей, у нас есть уже палетка классная с воском, но это нечто другое, это абсолютно другой продукт. Во-первых, он идет очень насыщенный, я делаю просто легкое прикосновение и рисую себе сразу классную бровь, то есть получается что-то удивительное. Посмотрите, кстати, видео есть уже на канале, когда я первый раз беру в руки и тестирую, мне кажется, там заметно, как я удивилась, потому что настолько классно была прокрашена бровь, и форма легко создается. В общем-то, это что-то с чем-то. А можно наделать стрелки или тени целиком. Получается классный макияж. Тоже рекомендую новинку, очень интересно. Здесь есть еще, кстати, пинцетик и трафареты. Ну вот я сколько раз брала трафареты, было даже время, что я как-то ими пользовалась, но потом я перестаю ими пользоваться. Все равно невозможно подобрать идеальный трафарет, вот именно такой, как мои брови. Что-то да не так. Есть здесь селфи-кольцо для смартфона. Очень удобное, кстати. Не удобное, а удобный гаджет для того, чтобы сделать красивое селфи. Есть специальные средства, например, для фиксации после того, как вы нанесли уже макияж полностью, чтобы его зафиксировать. Очень любят девочки, у кого жирная кожа. Есть три тюбика. Первый — это праймер, который матирует лицо, то есть для жирной кожи. Цветокорректирующий для тех, у кого есть покраснение и неровность кожи. И придающий сияние — это для тех, кто хочет выглядеть просто очень эффектно и гламурно. Тональная основа ультрастойкая, корректирующая. Давно, кстати, не беру такие тюбики, терпеть не могу, откручивать крышечки, выдавливать тональную основу. Мне кажется, это просто прошлый век уже. Я люблю тональные основы с дозатором, например, как адаптивная матовая тональная основа. Она, кстати, очень легкая. Если вы любите сильно укрывистый тон, то, наверное, это не про него. То есть он, я сейчас много просто выдавила, он не сильно укрывистый, то есть даже, я бы сказала, дает какую-то легкую прозрачность. Но если носить 2-3 слоя, воспользуюсь губкой, уберу лишнее. У нас новый спонж вышел потрясающий. Но она классно лежит на лице, я ее очень люблю. Вот подзагорю, опять начну ей пользоваться, потому что я ее еще летом брала, когда была слегка загорела, сейчас я очень бледная, поэтому она мне не подходит. Чем она хороша? Она очень стойкая, держится весь день. Она сейчас встанет, у нее будет такой легкий финиш, очень приятный. И она контролирует выделение жира. То есть если вы мучаетесь, у вас кожа, например, жирная, комбинированная, и все время, да, нужно следить, промакивать там салфеточками, припудриваться, то эта тональная основа вам поможет облегчить вам жизнь. Вот видите, все равно венка как выделяется, то есть она достаточно прозрачная, не такая уж укрывистая, но безумно удобная, и в общем-то я и довольна этой тональной основой. И, конечно, моя рекомендация — это адаптивный консилер. Вот это просто вау, вау, бомбочка. Смотрите, под глазками, например, синячки замазать, вытянуть где-то складку носогубную или губы приподнять. Вот это, он очень плотненький, вот он хорошо закрывает венку, видите, он ее прям перекрыл. И еще вот это вот как-то преломление цвета дает такой эффект, как будто кожа моложе выглядит, ровнее. Это просто шикарный продукт, обязательно попробуйте, я его рекомендую. AZ крем тон для лица, тоже серия The One, у меня, кстати, он любимчик у моей дочери, тоже в тюбике, классный продукт. И смотрите, они у нас разные. Есть крем-тон мультифункциональный для
нормальной сухой кожи, а есть матирующие для кожи, склонной к жирности. То есть это тоже важно понимать, потому что некоторые берут, а ну давай вот этот что ли цвет, а кто, а кожа-то какая? То есть нужно же подобрать под вашу кожу. Следующий продукт тоже серия The One, это тинт. Тинт для щек и губ. Ой, я даже вам его не смогу показать, потому что если его выдавить на руку, то он потом не смывается, поэтому будьте с ним аккуратны. Я его обычно выдавливаю на кисть и сразу наношу куда мне нужно, или на какую-то подложку, то есть можно взять крышечку какую-то и так далее. Вот такие вот тинты. Это самый яркий, свежий ягодный, а второй энергичный красный. Чем они удобны? Нанесла на губы, он впитался, и весь день будете с красивыми яркими губами. Их не надо подкрашивать, очень удобно, просто действительно находка. Далее, вот как раз тот самый спонж, я его называю пушистик, потому что если вам видно, он вот просто он бархатный, он просто вот пушистенький. Такого спонжика я никогда не видела. Когда я его увлажняю, он увеличивается почти в 4 раза. То есть сейчас он еще у меня чуть-чуть влажный, не взял свою, да, вот эту форму, то есть он будет чуть поменьше, когда высохнет. Когда его увлажняешь, он просто становится огромный, такой пышный, классный. Не знаю, у меня вот какой-то тут был зацеп, когда он пришел, уже это было. Надо убрать, что ли, совсем. Потрясающий спонж, очень удобный и необычный, поэтому тоже рекомендую, если любите пробовать все новое, то пробуйте его однозначно, он отличается от всего прочего. Так, The One. Вот знаете, упаковку поменяли, она стала действительно классная, но вот этот черный цвет глянцевый, он вечно заляпанный, посмотрите, как выглядит, и я снова со своей претензией, потому что я обожаю красивые упаковки. Мне вот приходится все время протирать, чтобы это выглядело красиво, поэтому я снова недоволен, но качество продукта изменилось, продукт стал совсем другой, он стал лучше в разы, что меня удивило по сравнению с прошлой пудрой. Это что-то вообще вау, можно одной пудрой в принципе пользоваться, и будет ровная идеальная кожа. Вот такая вот шикарная пудра с зеркальцем. Правда, у меня вся пыльная, ну ладно. Кто-то заметил это чудо? Это фигурная кисть для макияжа. Не буду заказывать, сразу предупреждаю. Единственное, может быть, со скидкой 50% я ее закажу, потому что ну, для меня это вот просто будет как игрушка. Я не знаю, конечно, это красиво. Можно взять в подарок. Интересно, она будет в коробочке или нет? Просто здесь не написано. Я как-то брала уже такую шикарную кисть, она была в форме сердца, и так она у меня и лежит, я практически ей не пользовалась, потому что, ну, не знаю, очень красиво, но не очень удобно было. Лак, может быть, заметили, эти блестки очаровательные, я их так полюбила и всем рекомендую. Это топовое покрытие, его можно носить поверх лака, выбрав себе любой оттенок, какой-то шикарный лак, они все классные, или наносить отдельно, как я. Я просто вот нанесла для того, чтобы ну, чуть-чуть придать какую-то вот ноготочкам ухоженность и игривость. Просто потрясающе, быстро сохнет. Это чудо. Есть также закрепляющее, быстро сохнущее покрытие, базовое покрытие, пленка для ногтей. Мне не понравилось. То есть наносится под лак, сохнет, потом наносится сверху лак. И когда вам нужно снять или начал облупляться, то вы просто поддеваете и снимаете эту пленку вместе с лаком. То есть не нужно средство для снятия лака. Но когда я им стала пользоваться на постоянной основе, у меня ногтевая пластина испортилась. То есть она стала какая-то вот обшарпанная такая, не очень хорошая. Я перестала пользоваться этим покрытием, поэтому вам тоже не рекомендую. Я не знаю, может быть, вот в обновленном варианте оно не так не портит ногти, но я не буду пользоваться. Кстати, очень здорово вот под такие лаки, которые трудно смываемые наносить. Но у нас есть средства для снятия лака. По-моему, его еще не было, не знаю, да, его нет в этом каталоге, который чудесно снимает любые блестки и не мешает. Лаки очень красивые. Серия On Color у меня
Очень редко бывает что-то из этой серии, но я бы рекомендовала карандашик, забыла взять, показать его. У меня есть именно этот вот оттенок бирюза и изумруд. Он потрясающий и по качеству, и цвет, и как он лежит, и как он преображает макияж. Поэтому вот любой вы можете подобрать себе по цвету взять, потому что качество прелесть. Очень хвалят карандаш для бровей. У меня есть клиентка, которая берет их там по 3 штуки сразу, когда они со скидкой. Кстати, надо ей позвонить, сказать, что ее карандашик со скидкой. Тушь для ресниц удлиняющая. И жидкая подводка On Color тоже классная. У нее такая специфическая немного кисть, то есть она не гнется, как обычно у подводок, но она классная по качеству, ей достаточно удобно все-таки красить стрелки. Для меня это лучший вариант, чем карандаш или маркер, потому что маркеры у меня тенями забиваются, служат мало, а вот подводка, ее хватает надолго, и она классная, у нее такой остренький-остренький кончик, она хорошо лежит. Слушайте, вот все хвалят эту пудру, я себе не брала, ничего не могу сказать, знаю, что она без зеркала, и все в восторге от тональных основ On Color. Это просто какой-то аншлаг, все такие: вау, какая прелесть, всего 179 рублей, но люди в восторге, все берут с удовольствием, перезаказывают, очень много комплиментов этой тональной основе. Поэтому тоже, если вы ищете что-то такое, баланс, чтобы было цена и качество, попробуйте и напишите в комментариях, кто уже пробовал и знает этот продукт. И снова тушь, я бы сказала, что тушь с эффектом волны. Но для меня эта кисть не очень удобная. Да, она неплохая, я к ней все-таки приспособилась. Она делает объем, изгиб. Но вот все равно вот как-то надо крутить, приспосабливаться. Не знаю, неудобно. Состав, конечно, классный у этой туши. Я читала состав. У нее очень классный, да, формула устойчивая, объем дает, изгиб. Да, все это есть, но не очень удобно. Я, в общем-то, предпочитаю другие туши. Например, 5 в одном – это 100% мой топ-1. Зато я могу сказать, очень хвалю кушон для бровей. Пробовала в Москве у коллеги Ольги, и это что-то бесподобное действительно. И пробовала подводку-маркер. Как-нибудь тоже ее закажу, есть в планах. Когда подводки кончатся, например, я возьму, потому что здесь идет кисть. Не как вот у маркеров, да, такое острие, а именно кисточка, такая идеальная кисть. О, какие получаются стрелки, это просто чудо. Девочки, кто брал, тоже пишите отзывы, потому что многие читают отзывы, и потом на основании наших с вами позитивных или негативных отзывов тоже люди берут или не берут, потому что тоже наша задача с вами предотвратить. И тон флюид. У меня очень старый, я им уже не пользуюсь, то есть он просроченный уже, просто лежит для того, чтобы показать. Смотрите, этот продукт потрясающий, просто потрясающий, да, это шелковая тональная основа, но нужно открутить. И у меня сразу претензии к этому, что нужно открутить, нужно аккуратно перенести, например, на руку, чтобы не обляпаться, и потом аккуратно распределять спонжем, пальчиками, как угодно, все, что вам удобно, и получается матовый финиш, просто пудра, вот он превращается в пудру. И я знаю тоже очень много людей, которые говорят, что лучшего продукта в жизни не встречали. Например, моя сестра, она просто вау, уже сколько лет она им пользуется, говорит, что это просто вау-продукт. А я бы не сказала, я не люблю вот эти вот все штуки с открыванием, как я уже говорила. Тут все грязное, я могу капнуть, обляпаться. И, в общем-то, я не перезаказываю его. Есть еще CC-крем, тоже крутой продукт, он с SPF 30, 2 оттенка, и он очень круто выравнивает кожу. Вот он ее делает просто молодой, кожа выглядит, как будто, вот, ну, не знаю, вы сделали какую-то процедуру. И еще и натуральный состав. Классный продукт, очень классный. И, кстати, здесь огромная скидка, обязательно попробуйте, если у вас в планах стоит
взять себе очень крутой классный CC крем. А вы знаете, что CC — это столько функций в этом креме, что вы будете просто в восторге, да, то есть это будет совершенство действительно. Поэтому пробуем, делимся отзывами, как обычно. И пудра, слушайте, но от пудры рассыпчатая, я любитель рассыпчатой пудры. Смотрите, что у нас получается здесь, такая вот закрывашечка, и тут дырочки. Я всю пленку не отрывала, чтобы много пудры не высыпалось, потому что видите, ее много высыпается. Закрыли, тут можно кисточкой добрать. Кисть вообще ужасная, то есть она здесь лежит, ну как бы, ну для вида, наверное, ну может быть кому-то в дороге такая и понадобится, что-то ей нанести, может быть, и можно, но я ей не пользуюсь, то есть она просто здесь лежит, потому что положили, пусть лежит. Сама пудра, смотрите, кто-то пишет, что она желтит, вот так я не вижу, видите, она вот просто идеальная, но когда я ее наношу на кожу, то эффект немножечко другой, то есть я сама отмечаю, что она дает оттенок, и так как у меня кожа с синим подтоном, то есть видите, она вот прям холодный синий тон, то на мне она действительно выглядит более живой, но меня это вообще не смущает, то что она мне придает некую такую вот теплоту тону кожи, потому что в любом случае это незаметно, я ее распыляю, зато она так хорошо делает макияж таким ровненьким, бархатность, вот это мне нравится. В общем-то, пудра у меня уже не первый раз, я ее, наверное, третью или четвертую беру, то есть заканчивается, я беру новую. Я просто люблю рассыпчатую пудру, а выбор у нас, в общем-то, на этом ограничивается. Если компактных у нас есть несколько вариантов, то рассыпчатая осталась сейчас только одна. Антивозрастная основа эликсир под макияж, то есть эта основа дает сияние, то есть наносите основу, а потом сверху тональную основу. Кстати, пока помню, вот хочу вам показать тени стойкие, вот я их растираю, вы видите, что они на месте, то есть у меня и пальчик чистый, и тени стоят на месте. То же самое для бровей. Именно стойкость меня покорила, то есть вот вы будете тереть, да, попадать куда-то там в экстремальные ситуации, брови не растекутся, макияж тоже будет стойкий. Так, поехали дальше. Украшения. Мне нравится, конечно, дизайн Giordani, вот эти вот переплетающиеся буквы G, классно смотрятся, и часы очень-очень красивые, в такой нежный оттенок у ремешка, розовое золото, классный. Здесь тоже у нас бижутерия, есть наборы. Набор украшений и подарочный набор серег. То есть у вас в отдельной коробочке будет три пары вот таких гвоздиков. Триммер. Очень крутой триммер. Рекомендую, если есть необходимость что-то где-то подбрить, подровнять, то это, конечно, триммер нужен. Серия для лица, в которой включает в себя питательный бальзам, крем, очищающее средство, маску. То есть есть крем для лица, а есть крем для лица и тела в большом формате. Кстати, очень популярная продукция. Я не знаю, с чем это связано. Я сама не пробовала, брала только бальзам, пробовала маску классную. Но эта продукция очень многим нравится. И смотрите, нужно брать парочку. То есть если взять одну маску, то цена будет 49, а если взять две, то каждая будет всего 39. Кстати, надо будет взять на подарки, потому что девочки, кому я дарила, все в восторге от этой маски, и она не требует смывания, представляете? То есть вы нанесли, она впиталась и дает классное увлажнение, тоже очень очень удобно. Серия осветляющая для лица Essentials, то есть здесь у нас Essentials и здесь, то есть здесь идет осветление, у кого пигментация, неровный тон кожи, тот у нас берет эту серию розовенькую. Для молодой кожи, когда появляются первые прыщики, воспаление, да, то есть вот это гормональные идут становление, так сказать, то, конечно, эта серия Pure Skin вам в помощь. Почитайте, что здесь есть все необходимое, чтобы умыться и увлажнить и очистить. Серия Love Nature. Ой, обожаю вот, кстати, маску для лица успокаивающую. Она с ягодами годжи и органическим овсом. Вот ее мы все время берем. Кстати, не вижу сейчас ее здесь, забыла, наверное, пропустила.
То есть она будет вот такого формата маска. Я люблю их все. Здесь есть еще с кокосом и вот чайное дерево и лайм. Они все очень крутые, эти масочки. Вот, кстати, маска скраб. И в этих сериях есть полностью и очищение, и тоники, мицеллярная вода, крема увлажняющие. В серии с кокосом есть крем для кожи вокруг глаз, но она здесь не представлена. И вот обратите внимание, для молодой кожи эта серия просто вот идеальная. И даже многие взрослые ее берут, потому что она доступная по цене, и она дает уход. Вы знаете, вот как я говорю, лучше пусть будет простой уход, чем никакой. И если у девушки нет возможности использовать серию Novage, ничего страшного, можно начать с серии Love Nature. Можно взять серию потом Optimals и потихонечку, да, дорасти до Novage, как материально, так и морально, потому что цены там будут другие. Тонизирующее средство, очищающее для лица с абрикосом и апельсином, вкуснятина невероятная. И гель для лица. Вот я хочу сказать, что я брала себе такой гель в путешествие, думаю, пусть будет маленький тюбик, как классно, но для моей взрослой кожи вообще незаметно. То есть мне настолько не хватало увлажнения, мне настолько не хватало питания, я чувствовала себя просто вот, как будто дайте мне воды моей кожи, дайте влаги, чем-нибудь ее намазать. Просто я очень страдала в путешествии с одним этим гелем. Патчи косметические — это бомба. Извините, да, за такое выражение, но по-другому сказать не могу. Это очень красиво в деле. Кстати, вот здесь у девушки на лице это киви настоящие, а патчи, они выглядят чуть-чуть по-другому. Они у нас на замочке. То есть вы, например, достали, их 8 штук. Вам нужны парочку, например, вы взяли, вот так вытащили одну, они очень увлажненные. Вы можете их порезать, целиком наклеивать на сухие участки и так далее. И это очень ярко, очень красиво. И весь Инстаграм, мне кажется, сейчас уже в этих патчах заиграл. Ну, просто классно. Увлажняют бесподобно, разглаживают морщинки. Прям на глазах растворяются межбровная складка, выравнивается кожа под глазками. Мне нравится прям на 100%. Вот смотрите. В серии Optimals у нас прям все удобненько так расписано, шаг 1, шаг 2, что нужно делать, для кого рекомендуется. То есть вы смотрите, читаете, все внимательно подбираете. И тут есть, кстати, условия, что можно выбрать как-то, да, со скидкой, чтобы взять по цене за 199 рублей при заказе любого продукта со страницы 114-117. Открываем, что у нас здесь. И смотрим, любые продукты, которые вы заказываете с этой странички, вот до сюда, вам дают право взять очищение или тоник на ваше усмотрение, или два продукта со скидкой. То есть взяли два продукта с этих страничек, можете взять два с этой странички со скидкой. Что здесь есть в серии Optimals? Антивозрастная серия полная, бустер антиоксидантный, шикарная маска тканевая для глубокого увлажнения. Маска шикарная, правда, я... У меня есть видео на канале, как я ее делала, она такая классная. Есть мультифункциональный защитный крем, тоже очень даже хороший крем. Сейчас иногда пользуюсь, он у меня с лета еще остался, я решила сейчас его использовать до конца. У него SPF 50. Отшелушивающий скраб для лица. Серия осветляющая. Здесь есть сыворотка, два крема день-ночь и крем для кожи вокруг глаз. Представляете, как вообще все подобрано. А далее у нас идет серия Novage. Что здесь у нас есть? Полностью комплексные антивозрастные уходы. Отдельно вынесен в этом каталоге гель-тоник. Есть эмульсия против воспалений. Шикарный пилинг обновляющий для лица. На 20 минут его наносите и смываете только на ночь. Увлажняющая эссенция, которая вот у кого кожа обезвоженная, вам не хватает питания, обязательно берите эссенцию, она волшебная. И далее идут комплекс целиком. Осветляющий комплекс против пигментации.
И вот так вот особо не расписано, что зачем, но я думаю, что мы уже по логике понимаем, что здесь даже нарисовано две капельки, два в одном, умылись, здесь глазик, что это для кожи вокруг глаз, сыворотка, потом у нас идет дневной крем и ночной, да, солнышко, луна, ну тоже вот экскурсия небольшая. Обожаю серию Ultimate Lift, она очень круто подтягивает овал лица, то есть прям кожа выравнивается. Моя любимая серия Экологен, стирает мимические морщины, серия для молодой кожи. Тут в серии эти идут написано, какой возраст, но если, например, у меня нет проблем с, там, с овалом, то есть у меня не падает овал лица, зачем мне брать серию 40+, если я могу взять против мимики, то есть меня беспокоят мимические морщины, поэтому я обожаю серию Коллаген. А если у вас молодая кожа, то вам нужна серия Skinergize, то есть если вам просто нужно, чтобы она была свежа, чиста, увлажнена. Если кожа чувствительная, то идет серия для чувствительной кожи. Я, кстати, сейчас пенкой пользуюсь из этой серии, волшебная пенка, очень нежная. И есть серия для взрослой, уже такой зрелой кожи. И я сейчас пробую как раз крем для кожи век и губ. Контур губ улучшает вот эту вот кожу. Очень нравится, очень. Утром я наношу сыворотку на Экологен и дневной крем. На ночь я наношу сыворотку Ultimate Lift и крем ночной. То есть я себе сделала сейчас сборную серию, и это тоже можно это делать. Ничего страшного нет, если вы миксуете. Главное, чтобы был полный комплекс. Потому что если мы чем-то не пользуемся, то уже не будет того результата, который мы ожидаем. Можно отдельно заказывать средства, те, которые, например, вы взяли серию, и какой-то продукт у вас закончился, а здесь он представлен со скидкой, то, конечно, есть смысл взять его с такой хорошей скидкой. Далее у нас будет возможность заказывать наборы пробников, всего 59 рублей. В набор будет входить все 5 продуктов, и вы можете их потестировать на своей коже, посмотреть, как кожа реагирует, как она будет у вас на глазах преображаться, и затем уже заказать полноценную серию, чтобы каждый день утром и вечером получали такой шикарный уход. Далее у нас есть серия Novage Procuticals. В эту серию входит сыворотка с 10% витамином С, невероятная сыворотка. Здесь курс идет у нас 4-недельный, то есть один флакон на неделю. Здесь 4 флакона. Далее есть сыворотка концентрат с ретинолом против глубоких морщин. Есть сыворотка пилинг для обновления кожи с 6% содержанием АХА-кислот. То есть это домашний профессиональный уход, представляете? И чудесный продукт — это сыворотка с пептидами. Она придет вам в такой большой коробке. Вот я себе заказала, кстати, новую коробку. И здесь вы найдете волшебные 7 ампул. Надо начать, все никак не открою, чтобы начать пользоваться. Я уже несколько коробок использовала, и я хочу сказать, это магия какая-то. Настолько делает пептиды кожу упругой, убирают дряблость шеи. Пользоваться просто, одной ампулки хватает на 2 раза, утро, вечер. Можно, кстати, использовать курс, а потом заказать себе коробку, делать, когда хотите. Например, хочу сегодня сделать, и делаю, потому что эффект очень классный. С одного применения у меня классный эффект. То есть вы достаете сначала вот такую вот манжету для того, чтобы открыть ампулу. Вставляете ампулу до конца, отламывается верхняя часть, а маслице вы переливаете вот в эту пипеточку. То есть я не то что переливаю, я вставляю ампулку, и потом снимаем вот этот колпачок, и в ладошку я выдавливаю, сколько мне нужно средства, смотрю, примерно половинку, и наношу на чистую сухую кожу. Впиталась, сверху крем. То есть когда вы делаете какое-то из средств серии Procuticals, сыворотку в этот день использовать не нужно под крем. То есть мы сыворотку убираем, наносим, например, на ночь пептиды нанесли, впитались, и наносим сверху ночной крем. Понятно? То есть не путайтесь
чтобы у вас все было четко, как в аптеке. Так, далее, шикарный крем скульптор для шеи и декольте, однозначно респект, рекомендую всем. Так, здесь у нас бывает иногда что-то со скидками, что-то по акции, тоже всегда смотрите, иногда можно найти что-то интересное. Например, у нас уходят тканевые маски, очень жаль, потому что их все любят и перезаказывают. Есть у нас роскошная серия масел, которые работают с эмоциями. Например, вы чувствуете, что нет энергии, берете вот масло с красной полосочкой, наносите на заднюю поверхность шеи, массируете, вдыхаете резко, вдохнули, выдохнули несколько раз, и прям почувствуете, как идет прилив энергии. Я обожаю релакс, здесь есть, на ночь его использую, потому что очень бывает трудно заснуть. Ой, так мы плавненько переходим к серии Wellness. Wellness — это красота изнутри, это здоровое питание, это возможность постройнеть без сложных выматывающих диет. Для меня это здоровье в первую очередь и как я выгляжу, потому что если мы правильно питаемся, то есть мы есть то, что мы едим, и так как я понимаю, что из продуктов питания я недополучаю необходимое количество витаминов, микроэлементов, омеги, я пью витамины. Например, вот такую пачку я беру, каждый каталог заказываю, 3 пачки для себя, для мужа, для ребенка, и мы выпиваем в день вот такой пакетик. Что нам это дает? Здоровье, красоту, долголетие, надеюсь, сильный иммунитет, красивая кожа, волосы, ногти. В общем-то, здесь вот в этом пакетике, я говорю, это мое прям вот золото, ценность. Для меня этот продукт в Oriflame самый важный. Витамины и серия Novage. Потому что другие продукты, например, мыло, тушь, можно где-то подобрать, но таких продуктов, которым я доверяю на 100% и которые проверенно дают классный результат, я не знаю, найду ли я, потому что шведам я доверяю на 1000000%, даже не на 100. Серия Beautanicals для волос, у нас идет набор за 599 рублей, шампунь восстанавливающий и кондиционер, и отдельно есть очищающее средство для душа, и можно брать как жидкое мыло. Бесподобный аромат жимолости, на 95% натуральный состав, эффект классный, да? Сообщество веган одобрено, можете пользоваться с удовольствием. Шикарные продукты, я тоже всегда заказываю и закажу себе такой наборчик, потому что все заканчивается, в запасах уже ничего нет. Здесь нужно внимательно читать. У всех у нас разные волосы, разная кожа головы, и каждому нужно подобрать именно такие продукты, которые вам будут восстанавливать волосы, ухаживать за ними. Что я рекомендую? Во-первых, мне очень нравится сыворотка для сухих поврежденных волос, я ее наношу на кончики. Мне очень нравится CC-крем, у кого вот есть проблема, там волосы спутываются, статика мешает, можно взять вот такой CC-крем, его просто мы брызгаем в ладошку, так брызнули, растерли в ладошках и переносим на влажные волосы. Это просто тоже фантастика. Я вот так сотру сейчас, то есть такой легенький-легенький состав крема. Необычный очень формат, то что брызгаем крем. Есть у нас средство против выпадения волос для уплотнения, защитная крем-сыворотка. То есть здесь вот представлены по большей части уже такие продукты, которые как дополнительные, я бы сказала. Есть еще и, кстати, шампунь, огромный объем XXL, и для укладки термозащитный спрей и мусс, который даст объем и поможет уложить непослушную копну волос. Краска для волос. Кстати, я когда увидела цену, я сначала подумала, с ума сошли, за 600 рублей краска. Но потом оказалось, что здесь идет шампунь в подарок на выбор, восстанавливающий для сухих или с эффектом климат-контроля защитный. Вот такая краска. Сейчас открою, потому что это моя краска, которой я пользуюсь. Оттенок 9.0. В этой коробке
есть все, чтобы в домашних условиях сделать чудесное окрашивание. Показываю. Окислитель, сама краска, которую нужно выдавить в флакон, волшебная маска, которая творит чудеса, и инструкция. Внутри этой инструкции вы найдете перчатки для того, чтобы сделать окрашивание. Итак, краску выдавливаете в этот флакон, взбиваете, потом отламываете кончик и переносите на прикорневую зону волос, расчесочкой расчесываете. Я крашу сама и вам рекомендую тоже попробовать. Во-первых, экономия времени и денег. Дальше. Также все для волос. Масла. Масло с авокадо, миндальное. Можно носить на сухие волосы, впитаться, дать им масочку такую сделать и потом смывать уже шампунем. Я также использую эти масла для тела, для массажа, для ванны, для ванночки, когда делаю маникюр, педикюр, чтобы размягчить кожу. Волшебные масла. Есть огромный XXL объем шампуня для сухих волос, то есть читайте состав, есть для жирных, есть для волос с перхотью, чтобы победить перхоть. И дальше у нас тут все идет без скидок. Самое главное, всегда смотрю, чтобы здесь не было такого, что товар снимают с продажи, да, совсем с производства, потому что есть некоторые товары, которые очень жалко, если снимут из продажи. Все для малышей, для маленьких, и есть серия для самых маленьких, то есть для грудничков. По отзывам наших девочек, у кого недавно появились малыши, что это лучшее, что они пробовали, особенно у кого есть опыт, например, первый малыш был, использовали там Johnson's Baby, а сейчас появилась Baby Oriflame, и это небо и земля. Все для наших ножек, все-все-все, есть и пилочки, и смягчающие крема, пилинги отшелушивающие, дезодоранты, есть крем антиперспирант, есть гель для снятия тяжести большой и ночной увлажняющий, то есть вот маленький антиперспирант, уход за кожей, на борьбу с целлюлитом и выйдет на, как это, подтянуть, сделать кожу упругой, выйдут такие два средства: Optimals Body антицеллюлитный крем, вот такой большой флакон, и крем для живота и декольте, то есть он повышает упругость и хорошо увлажняет, как бы подтягивает. Есть у нас гели для интимной гигиены, где-то тут прячется гель вот такой вот освежающий, и для тех, у кого уже менопауза, лучше брать желтенький смягчающий крем-гель, то есть он дает лучший уход, увлажнение, то есть мягкий, его больше любят уже взрослые женщины. Дезодоранты есть кремовые, есть шариковые на ваш вкус. Потрясающий набор «Клюквенное блаженство», вот у меня еще он есть. Крем для душа и крем для тела. Вот такой крем. Уже начала им пользоваться. Так, где попробовать бы? Мягенький, нежный, с приятным ароматом. Действительно, блаженство. И такой набор будет классным, кстати, подарочком на 8 марта. Можно заказывать. Пены. У нас есть пена 300 мл. Новогодний дизайн. А мне, кстати, она очень нравится. А есть пена 750 мл. Такая гигантская пена с ароматом абрикосов, персика, мускуса. Шикарные пенки. Люблю иногда полежать в ванной. У меня тоже есть в Instagram рилсы, как я с этой пеной купаюсь. Они такую дают объемную, густую, упругую пену, которая долго-долго держится. Далее, крем для рук с кокосом. Вкусно-вкусно пахнет, прям баунти. Очищающий гель для рук. Он не антибактериальный, предупреждает, просто очищение. И мыло. Мыло разное. Какое я рекомендую? Да вот любое берите, оно все разное. Функции разные. Смотрите, это крем-мыло с медом и молоком. Очень хорошо увлажняет кожу. Мыло с натуральными эфирными маслами тоже будет придавать коже мягкость, увлажнение, но немного резкий аромат. Не все любят, да, восточный аромат, но он немного рисковатый. Мне, например, очень понравился. Бьютаникалс, натуральный состав, тоже с отшелушивающими частичками,
приятный продукт, однозначно приятный, именно для купания. Я его не столько вот для мытья рук бы рекомендовала, а именно купаться для тела. Это роскошь. Шведиш спа — отшелушивающее массажное мыло, то есть оно вот прям скрабирует. И если взять Бьютаниклс или Шведиш спа, нанести, вспенить, да, вот намылить тело и дать ему немножечко побыть на вас, например, пока щеточкой ножки потереть, пяточки, и потом вы начинаете смывать, вы знаете, как будто вот кожу снимают, такое классное отшелушивание. И мягенькое эксклюзивное мыло, тоже серия мед и молоко, лимитированная серия, такой в форме звезды какой-то, тоже вкусно пахнет, все в коробочках, все очень красиво оформлено. А я, кстати, очень люблю жидкое мыло. Вот мы сейчас пользуемся мед и молоко серия, вы видите, здесь оно как раз представлено. Можете взять любое мыло, поверьте мне, вы будете просто в восторге, потому что они невероятны. Три мыла серии Essence & Co. с натуральными эфирными маслами. Любимчик у меня, конечно, это с лимоном и вербеной. Недавно закончился восточный с шафраном и пачули. И был тоже с флёр-д'оранжем. Тоже он такой легкий цитрусовый вкус, ну, бесподобный. Все очень классные. Тоже крем для рук с алоэ. Удобные перчатки для максимального увлажнения. И пока вы сидите в креме, увлажняетесь, можно, кстати, в телефоне лазить, потому что здесь специальные пальчики для смартфона. Наши волшебные зубные пасты и щетки. Ну, кстати, паста для чувствительных зубов я не оценила. Для меня она слишком мягкая и нежная. Травяной комплекс в прошлой серии был тоже для меня более приятный, он как бы порезче, что ли, а этот мягче. А вот, кстати, взяла отбеливающую пасту, сейчас мы пробуем, и гель-пасту, вот они нам больше понравились, чем предыдущая серия. Но опять же, видите, на вкус и цвет товарищей нет, то же самое и здесь, можно сказать. Для мужчин, кстати, скоро-скоро, 23 февраля, День влюбленных, и все начинают думать, господи, что подарить своим любимым, своим дорогим, драгоценным мужчинам. Но триммер — это крутой подарок, очень крутой. Разберут в первый день каталога. Вот давайте с вами прям вот спорить. Первый, второй день, то есть вот в понедельник вы уже зайдете и, возможно, уже не закажете триммер. И если вы его хотите, то берите прямо, когда сайт откроют в воскресенье в обед, сразу его заказывайте, потом не поймаете. Далее, ароматы. Смотрите, вот это все будут идти мужские ароматы. Закажите пробники заранее, подегустируйте, выберите тот, который вам понравится, и закажите заранее, потому что к 23 февраля такой будет ажиотаж, разбирают все. И потом уже, может быть, вы хотели бы взять какой-то более доступный аромат, но они в первую очередь закончатся, потому что все хотят, да, как-то там сэкономить, потому что они даже за такую цену, они очень вкусные, они так классно пахнут, люблю вот этот аромат, мне нравится, он такой мягкий, фруктовый и в то же время мужественный, не знаю, для меня этот аромат прям прелесть. Есть у нас также спрей парфюмерные, дезодоранты шариковые, дезодоранты спреи. Можно взять аромат и подобрать точно такой же дезодорант. Несколько вариантов у нас есть. Уход за лицом. О, какая прелесть. Этот Novage Man. Что-то бесподобное. Тоже Миша дарил такой набор недавно. Вот у него закончился, прям осталось немножечко. Не знаю, будет, наверное, новый заказывать. Мочалка для душа с углем. Невидимый гель для укладки. Здесь у нас идут наборчики, то есть вы можете собрать два любых продукта, они будут по спеццене, то есть надо брать два. Если вы закажете один, он будет без скидки. То есть вы можете взять два мыла, гель, мыло и так далее, будут красные цены. И завершает наш каталог, также коллекция для мужчин, набор, в который входит пена для бритья и умывания и увлажняющий гель после бритья. А также можно заказать еще дезодорант шариковый за 99 рублей, и будет у вас набор из трех продуктов за 400 рублей. Классный каталог, конечно. Я благодарю вас за внимание. Все, кто досидел со мной до конца, вы мои герои, как обычно. Я вам говорю, вы просто очень крутые. И я вам желаю отличного каталога, много заказов, удовольствия от продукции. Радуйте себя, своих клиентов. И
Пишите обратную связь, что нравится, что не нравится, что будете заказывать, какое предложение для вас самое интересное. В этом каталоге я с удовольствием всегда читаю ваши комментарии. Мне приятно то, что вы пишете, делитесь своим опытом. Так мы друг с другом обмениваемся информацией и помогаем с выбором. До новых встреч! Пока-пока!